В галерее Високинской публичной библиотеки сегодня прошло открытие выставки «Прозрачная вода». По приказу министра окружающей среды 5 мая объявлено Днем работников водного сектора. В честь этого события предприятие «Висогенэнергия» организовало творческий конкурс фотографий «Прозрачная вода». Ольга, и как день водяного работника сегодня нам будет приятно этих участников, которые выиграли, наградить. Буквально пару часов назад в публичной галерее Висогинской библиотеки состоялось торжественное открытие и награждение победителей, авторов лучших работ. Познакомиться с представленными работами жители смогут до 13 мая.